Сотрудники роты ДПС провели профилактическую акцию «Нетрезвый водитель», но не всех останавливали для проверки алкогольного или наркотического опьянения. Находившиеся в этот день за рулем представительницы прекрасного пола были приятно удивлены. Причиной остановки их автомобилей стали теплые слова и поздравления, цветы и открытки. Уважаемые женщины-водители, руководство, личный состав роты ДПС Анапы поздравляет вас с Днем Матери, желает вам здоровья, удачи, успехов на дороге. Татьяна искренне удивилась, поблагодарила сотрудников ДПС и дала обещание не быть нарушителем правил дорожного движения и не создавать на дорогах аварийных ситуаций. Очень приятно, очень. Вообще, так неожиданно и так приятно. Здорово. От женщин на дороге сейчас зависит много. Многие мамы ежедневно перевозят детей в детские сады и школы. Именно мама учит малыша азам безопасности и является примером для своих чад, в том числе и в соблюдении правил дорожного движения. Пристегивайте всегда ваших детей и сами пристегивайтесь. И вообще женщины водят очень аккуратно. Поздравляю всех мам.